А мы переходим к следующей точке. Следующая точка у нас называется видео выступление капитана. Откроем точку и посмотрим, что нужно для прохождения этой точки. Видео выступление капитана. Это точка развития стартапа на экране игры. Для прохождения этой точки необходимо выступить на ИВК и на игровой встрече артели ИВА. ИВА. ИВА, да. На игровой встрече артели, тут опечатка, исправим. В коммуникационном формате выступление капитана. Сделать видеозапись этого выступления и выложить видео на свою страницу, на страницу своего стартапа. Вы ставите себе нолик, если считаете, что прохождение этой точки является для вашего стартапа избыточным или бессмысленным действием. Один крестик, если выступили и сделали видеозапись. Два крестика, если выложили запись на свою страницу. Три крестика, если чувствуете полное удовлетворение от проделанной их работы. Зачем это нужно? Ну, во-первых, это поможет членам артели и инвесторам, и сервисам, и тьютерам, и коучам, и экспертам, и менторам, и сотрудникам, и интернет-маркетологам принять решение о присоединении к вашему стартапу. Мы присоединяемся к стартапу не только к идее, мы присоединяемся к людям, точнее мы на самом деле и присоединяемся всегда к людям. И поэтому ваше видеовыступление о том, как вы рассказываете о своем стартапе, может вдохновить или зажечь, или подтолкнуть людей к желанию вам помочь тем, в чем они сильны. Это первое, это, то есть самое и первое и главное, это знакомство с вами всех членов артели. Потому что одно дело это буковки и циферки, которые люди читают, считая вашу первую страницу, и совершенно другое, когда они видят ваше видеовыступление, видят вас живым, нормальным, обыкновенным человеком, который говорит сбивчиво или не сбивчиво, хорошо или плохо, но нормальным живым человеком, который горит своим стартапом и вдохновлен и все делает для его развития. А вторая часть выступления, видеовыступления капитана, зачем это нужно? Если периодически выступать, записывать и рассказывать о том, как продвигаются дела в вашем стартапе, это будет ваша видеоистория развития вашего стартапа. И я вас хочу заверить, что к тому моменту, когда вы заработаете свой первый миллион долларов, эти видеозаписи могут стоить дороже, чем весь ваш стартап. Это шутка, но в каждой шутке есть доля шутки. То есть ваше выступление – это ваша видеоистория. Видеоистория о том, как развивался ваш стартап, какими вы были, когда это происходило. И когда мы делаем видеовыступление капитана, мы фактически рассказываем о своем стартапе по первой странице стартапа. То есть мы отвечаем на вопросы, которые как раз и будут следовать ниже. Вопросы? Есть ли такие стартапы, которые уже прошли эту точку? Да. На сегодняшний день у нас есть, на сегодняшний день есть один стартап, один смелый капитан, который хитрым образом и задал только что этот вопрос. Это стартап MS5S. Спасибо, Дмитрий. Первое видео есть, и я думаю, что за ним последуют и остальные. В каком месте на странице стартапа размещается видео с выступлением? Я думаю, она размещается сразу же после фамилии капитана. Ты разместил? Можно показать, да? То есть, сверху у нас идет капитан, потом у нас идет список подстраниц и идет видео стартапа. От видео стартапа. И дальше у нас идут остальные части. Ну что ж. Спасибо. Спасибо. Еще вопросы? А мы переходим к следующей точке.